когда любимый сын бесследно исчезает. Андрей! И поиски не дают результата. Понимаете, у меня сын пропал. Что, издеваетесь, что ли, надо мной? Когда тебе никто не верит. А ты же говорила, что он уже нашелся. А жизнь кажется кошмарным вымыслом. Он жив. Просто для наших глаз он как бы не заметен. Остается только верить и ждать. Нет, я никуда отсюда не уеду. Я буду здесь ждать, Андрюш. «Юрьев день», 11 мая в 22:35. Премьера на телеканале «Русский иллюзион».